Привет, народ. Какой-то день сегодня не удавшийся, не знаю. Сегодня собирались в моем МЧ в ботанический сад погулять. Но погода не вышла, он испугался, что холодно. И все это благополучно отменилось до завтра. А завтра у него день рождения, и мы походу завтра пойдем гулять. А может и не пойдем, потому что у него 7 пятниц на неделе, и он постоянно меняет свои решения. Вот. Что погода, смотрите, какая. Пасмурно. Ну, небо переменное. С восточной стороны, это западная сторона, с восточной стороны синяя туча. Зонтик я брать не буду, потому что завтра жара обещает быть. Да и нафиг мне зонтик летом. Я понимаю, если бы осень была или весна. Там и холодно, когда дождь идет. А летний дождь, он не холодный. Вот. Ну, чтобы малек разбавить эту пасмурную лодку, хочу вам показать, у нас какие глоксини распустились дома. Очень красиво, мама ими занимается. Просто глаз радуется вообще. И погода, она как бы вообще на задний план отходит, когда смотришь на такую красоту. Переверну. Вот, смотрите. Ну, тут не сильно видно. Сейчас переключу. Вот. Такие беленькие с нежным голубеньким краешком. Вот моя ладошка и цветок где-то размером с половину ладошки. Вот он. То есть они огромные. Вот такой вот красивенький. Вот такой вот с темной серединкой, с такими расплывами, переливами. Такой темный, прямо фиолетовый. Вот тоже очень красиво, обильно цветет. Вот если светлый, он не такой обильный, да, то есть вот у него два цветка и бутон, то вот темный, он прям очень сильно цветет, очень красиво. Вот есть совсем белый, у него всего один цветочек. Вот. Вообще можно сказать, а нет, вот два цветочка. Ну тоже не такой обильный, то есть светлые они не обильно цветут, а вот. Так, Алиска, не мешай. Вот, потом такой махровый, тоже очень красивый, многоуровневые лепестки розовые. Вот, смотрите, тут Алиска приперлась. Алиса, что там делаешь? Лезет. Куда лезет, сама не знаю. Пряталась. Алиска. Алиса. Алиса. О, морда. Все надо понюхать, все надо изведать. Так, ну мы дальше к нашим, так сказать, плюшкам возвращаемся. Потом вот такой, как фиолетовый, только розовый, тоже с переливами красивыми. Там вот серединка, она прям такая ажурная, красивенькая. Вот, он тоже довольно обильно цветет. Видите, он сколько на нем бутонов, сколько цветков. Вот. Потом еще вот такой вот. Он еще не распустился, но вот два уже подзавяли у него, цветочка один вот только-только распускается. Такой, видите, прям бархатный, бархатно-розовый, с черными точечками в середине. Прям очень красивый. Все очень такие прям, ух. Вон еще сколько бутончиков, смотрите. Вот, и еще новый нам подарили. Вот такой прям, ух, розовый. Прям такой ярко-ало-бархатный. Вот такой вот. Такая красота. Вот.
Смотрите, какой обильный цвет и сколько бутонов еще. Махровая, конечно, эффектно смотрится. Алис, что ты там спряталась, а? Спряталась и сидит. Ну вот, поскольку я сюда пришла, тогда в эту комнату, так мельком покажу. У нас тут ремонт планируется, то есть вот видите, как бы обои обшарпанные, вот, разобранная мебель стоит, какие-то коробки, вещи, это я еще с переезда еще стоят сумки, коробки, когда вот я переезжала. Вот тут пакеты с вещами, старое кресло, какая-то разобранная мебель. Знаете, такая как бы комната БУ. Вот. И вот еще это, у меня здесь брат жил, он переехал, сейчас живет на другой квартире. Вот, и кое-какие вещи его остались. Вот он полку заберет со всеми своим хламьем. Вот этот стол заберет. Вот там у него компьютер еще стоит, тоже заберет его. Вот. Я буду делать ремонт, хочу сделать такую рабочую комнату, то есть, чтобы можно было здесь рисовать, вышивать, там, Алиса. Так, что такое? Вот, значит, рисовать, вышивать, какие-то поделки делать, то есть заниматься творчеством. И вот он оставляет мне стол рабочий, свой старый, вот он, три ящика, столешница, и вот здесь самостоятельно настроено три полки. Вот маленькая полочка узенькая и две вот такие вот. То есть это самоделка. Вот, я тут уже наставила свои коробочки. Но не буду показывать так. У меня там всякая мелочь лежит, какие-то гвоздики, булавочки, стразы. Тут коробки пока без надписей, но я там буду подписывать что-то мелкое. Вот, ну тут вот. Тут перышки, всякие кассеты. Это подарок. Я участвовала в каком-то конкурсе и выиграла. Там целый набор всяких предметов для рукоделия. То есть там швензы, катеры, молды, чего только нету. Все очень круто. И еще там же лежит заказ, который я в этом же магазине заказывала. То есть я у них заказала... список товаров, и потом участвовала в акции и выиграла еще столько же товаров. Так, Алиса, прекрати, что это такое? Вот. И вот они у меня тут полезли. Сейчас цветы все поломаешь, морда. Хвостом виляет. Что ты там увидела? Гость, что ли? Чему радуешься? Полезла в окошко посмотреть. Ну вот. И, в общем, вот тут у меня лежат эти товары, которые я заказывала и выиграла в этом пакетике. Я еще пока как бы не разбирала, потому что все это в таком сумбуре, то есть и параллельно и ремонт, и переезд из моей комнаты, перенос вещей сюда, и перенести все пока нельзя, потому что еще ремонт, все как бы в планах. Вот, так что вот тут стоит, вот у меня там пастомашина новенькая, еще ни разу не пользовалась, и всякие коробочки. И вот сверху тоже будут коробочки, так что вот это мое будущее рабочее место, на котором пока цветы красивые стоят. Вот. Ну, естественно, если будет интересно, я потом сниму видео, что, собственно, вышло из этого ремонта, какой получится комната. Вот. Расскажу вообще, какие у меня есть материалы, с чем я работаю, что я делаю вообще, если интересно. Если интересно, пишите в комментариях. Обязательно все расскажу, покажу.
Вот. Ну, наверное, сейчас заканчивать, потому что что-то как-то лениво. Торопиться уже некуда. Собирались в ботанический встречаться в метро. Сейчас все отменилось. В метро уже не надо встречаться, так что сейчас чайку попью и буду собираться. Вот. Так что вот так. Алиса, Алиса, попрощайся с народом. Ну, сегодня тоже лениво. Ну, народ, пока. До новых видео. Ой, если интересно, ставьте лайки, подписывайтесь. Комментарии жду. Ну, просто если интересно. Вот тут у нас эти лакокрасочные всякие штуки стоят. Ну все, давайте тогда. До встречи, до новых видео. Может быть, завтра, если пойдем в ботанический, то там поснимаем. Пока-пока.